Предыдущее лето было организовано таким образом, чтобы все сочинские дети были вовлечены в культурно-досуговую программу. В этом году проект продолжился. Это значит, что каждый ребенок сможет воспользоваться несколькими предложениями и провести лето в турпоходах, в летних лагерях или на тематических площадках. Одна из таких открылась дружеским турниром детских спортивных команд на улице Кубанская в районе Виллы Вера. Турнир объявляется открытым. А это уже площадка на улице Горького. Здесь также все лето, вплоть до 31 августа, будут работать волонтеры, аниматоры, откроются детские спортивные секции. Они должны заниматься организацией здесь, на этих площадках, спортивных мероприятий, соревнований спортивных, также культурных мероприятий, концертов. То есть они должны быть заняты, чтобы было интересно. И самое главное, чтобы дети не принадлежали улице, а принадлежали спорту, принадлежали культуре, то есть были задействованы. И как показывает успешный опыт предыдущих лет, открытие летних оздоровительных площадок дети ждут с нетерпением. Наконец-то видел друзей, которых давно не видел. Вот, наконец-то вот уже вместе поиграли. Ну, мне нравится. В прошлые разы летом были классные аниматоры, и они устраивали интересные игры. Такая инициатива по душе и самим родителям. Все летние каникулы, каждый из них может быть спокоен за своего ребенка. Идея замечательная. Мне кажется, для ребятишек это самое главное. Ну и нам, как родителям, тоже очень интересно и приятно. Дети заняты, детям интересно, дети увлекаются спортом. Проект «Площадка нашего двора» будет работать почти в каждом микрорайоне. Таких объектов этим летом предусмотрено 145. Ольга Десятова, телекомпания «ФКТ».